Белые ленточки. Только сочетание требований политических и требований социальных, на наш взгляд, может вовлечь в нашу справедливую борьбу миллионы тех граждан, которые пока еще колеблются и сомневаются. И если они выйдут с нами этой осенью, я думаю, мы уже в этом году освободим Россию от жуликов и воров. Сегодня нас пугают какими-то повестками в какой-то следственный комитет, какими-то обысками, какими-то непонятными задержаниями. Бывали хуже времена, но не было подлей. Вот это вот мое сегодня ощущение. Нас не запугать! Нас не запугать! Мы сегодня выходим сюда, на площади, под разными флагами. Но тем не менее, мы все вместе, потому что мы осознали себя гражданами. Те, кто еще пока сидит у себя дома, не понимая, что за ним при Путине скоро могут прийти и постучаться. Я хочу вам напомнить то, о чем мы, может быть, забыли. Что Путина воспитала та система, которая была создана господами-либералами в 90-е. Что Путин и либералы — это одно и то же. По сути, что в 90-х до Путина было то же самое. Нищета, голод, разруха преследовали нашу страну. И те господа, которые сейчас иногда напяливают на себя маски оппозиционеров, когда-то они кричали «раздавите гадину». Это они убили российскую демократию в октябре 93-го года. Это они расстреляли народ. Это они рвутся к власти. И ради этого они готовы дурачить людей. Друзья, мало говорить «Россия без Путина». Надо говорить «Россия без буржуев». Россия будет красной. Два, три, пошли. Мы здесь власть. Мы здесь власть. Довольно большое количество разных иллюзий, которые еще у кого-то были, они закончились. Да? Люди перестали говорить о том, что добрый царь нас рассудит, то есть там еще можно что-то, куда-то. То есть уже даже переговоры, про которые мы говорим, я считаю, очень важно, чтобы были переговоры. Эти переговоры должны идти о той или иной форме капитуляции. Я надеюсь, что власть не заставит меня становиться профессиональным революционером, когда у меня будут люди, финансирующие мою протестную деятельность. Вот. Окупация!
микрофона.